Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале «Готовить просто». Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного, сочного салата из помидор. Рецепт на первый взгляд кажется простым. Нам нужно просто нарезать овощи, смешать. Но есть в приготовлении этого салата некоторые ингредиенты, которые вы, возможно, еще не использовали в приготовлении салатов. И самое главное – сочная, кисло-сладкая заправка к этому блюду. Если вы любитель помакать хлебушек в сок, который выделился с овощей, тогда этот рецепт вам точно понравится. Для приготовления салата нам понадобится одна луковица и два помидора. Для соуса я беру один помидор, 3-4 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки гранатового соуса и 1,5 чайные ложки приправы сумах. Если у вас такой нету, можно без нее. И, конечно же, соль. Одну небольшую синюю луковицу чистим, отрезаем хвостики и нарезаем перьями. Вот таким вот образом вдоль, от хвостика к хвостику. Далее отправляем нарезанный лук в миску. Хорошенько его разминаем руками, чтобы он пустил сок и стал мягче. Чуть-чуть солим и снова разминаем, пока отставим в сторону. Для салата я беру 2 средних помидора, их количество можно увеличить. Убираем хвостики, разрезаем пополам, затем еще раз пополам и нарезаем такими небольшими дольками. Помидор для этого салата можно нарезать любым другим удобным для вас способом. Лук отправляем в отдельную миску, к нему добавляем помидоры. А теперь самое интересное и главное, приготовим заправку. Нам понадобится еще один помидор, он может быть меньше тех, что мы брали для салата. Отрезаем хвостик и натираем помидор на терке, таким образом, чтобы шкурка осталась у вас в руках, а вся мякоть была в миске. Вот столько у нас получилось мякоти. Теперь солим по вкусу. И первый секретный ингредиент – это приправа сумах. Я добавляю 1,5 чайные ложки. Сумах обладает терпким, немного вяжущим, освежающим кислым вкусом. Сумах также отлично подойдет для мяса, птицы и рыбы. Я увидела эту приправу в турецкой кухне, теперь буду использовать в своих блюдах. Пару столовых ложек оливкового масла, его можно заменить на растительное. И еще один секретный ингредиент – это гранатовый соус. Очень вкусная добавка к мясу, рыбе и салатам. Я часто добавляю его к овощным салатам, где есть помидор. С ним любое блюдо приобретает совсем другой вкус. Это не реклама, я купила самый обычный за 1 доллар. Скажу, что этот соус теперь будет в моей кладовке всегда. Вот такая у нас заправка. Интересная, густая. Перемешиваем и пробуем на вкус. Если нужно, солим. Выливаем на овощи и хорошенько перемешиваем. Даем настояться салату 5-10 минут и подаем к столу. Такой салат прекрасно дополняет плов, жареную картошку или просто как вкусный перекус с корочкой хлеба. В этой закуске съедается все. И помидоры, и лук, и даже сок выпивается. Ну, точнее, не выпивается, а хлебушком туда макаете и наслаждаетесь. А сока, как видите, много. Хватит на всю семью. Готовится просто, быстро, но получается просто объедение. Друзья, как вам такой рецепт? Пишите в комментариях. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.